Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале «Деревенский винегрет». Ну вот, сегодня у меня разговор на одном из форумов ВКонтакте натолкнул на мысль снять ролик о грунте для рассады. Когда приходит время, сезон, ну уже немножечко поздновато, надо было чуть раньше, наверное, его снять. Идет куча рецептуры, какие делать грунты. Берете покупной грунт, добавляете туда раскислитель, усилитель, золу, удобрение, еще что-то. И потом на форумах начинаешь читать. Люди, помогите, рассада вытягивается, рассада загибается, что с ней делать, как быть. Я не знаю, у кого как, я ничем свою рассаду не подкармливаю. Уже, наверное, лет 7-8 я пользуюсь вот этим грунтом Терравита «Живая земля». Видите, написано, полностью готовый питательный грунт, для универсальный, для выращивания всех видов овощных, ягодных культур, цветов и рассады. Честно вам скажу, практически всю рассаду я выращиваю в этом грунте. Да не практически, а всю рассаду я выращиваю в этом грунте. Это и кукуруза, и фасоль, и перцы, и помидоры, и огурцы, и тыква, и кабачки. И цветы все, которые у меня есть, это и циния, петуния, астра, и все прекрасно растет. И до высадки в грунт в открытый, ну или в теплицу, я ее ни разу ничем не подкармливаю. Самое главное, конечно, еще к этому всему, это вовремя поливать, температура в помещении и освещение. Освещение, наверное, я поставил бы на первое место. Ну, само собой, температура, чтобы не было низких температур. И не надо заморачиваться ничем, говорю, потому что говорю, очень много всяких рецептов, очень много вопросов. Ну, как правило, у многих частенько получается не очень хорошо. Цена у нее довольно божеская. Для жителей Санкт-Петербурга могу открыть маленькую тайну, особенно тех, кто в южной части города живет и ездит на машинах. Производят его у нас поселке Фарносово, там он по цене, ну, практически в два раза дешевле, чем в супермаркетах и в других магазинах. Я покупаю ее там всегда, потому что мне по дороге из города ко мне в Сусанино, я заезжаю, когда мне надо, беру 1-2 пакета, 3, если мне надо, ну, сколько надо, да, столько покупаю. И, кстати говоря, если я вот делаю немного себе саженцев малины или смородины, я тоже использую этот грунт. Наливаю его в стаканчики, укореняю и потом уже высаживаю в открытый грунт. Без всяких заморочек. Вот смотрите, вот видите, Терравита универсальный. Покупайте, ну, будьте довольны. Я, во всяком случае, ничего отрицательного, только положительное могу сказать об этом грунте. Ну, кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.